Автобус, дети читают стихи. Сам город Череповец, Воскресенская Анастасия. Самуил Маршак, декабрь. В декабре все деревья в серебре. Нашу речку, словно в сказке, за ночь вымостил мороз. Обновил коньки, салазки, елку из леса привез. Елка плакала сначала от домашнего тепла. Утром плакать перестала, надышала, ожила. Чуть дрожат ее иголки, на ветвях огни зажглись. Как по лесенке по елке огоньки сбегают ввысь. Блещут золотом хлопушки, серебром звезду зажег, добежавший до макушки, самый смелый огонек.